Живым поверка, павшим слава. Салютов гром и тишина. Победу празднует держава, надев цветы и ордена. От маршала и до солдата. Перед победой все равны. Как были ей равны когда-то, в день окончания войны. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем. Встречаем День Победы, лучший день в году. Митинг славы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, разрешите считать открытым. Погибшим односельчанам, чтобы почтить их память. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Поклонимся низко, возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. Ты уходил без слов прощай, не надо расставаний. Уважаемые участники митинга, просим вас возложить венки и цветы к обелиску воинов, павших за свободу нашей Родины. И небо было очень синим от этой доблести и силы. И душа лети, 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 пари на войне, друзья, враги. Побывал, то вышел, мама, как же так? Дожди по крыше, то стучат сердца мальчишек, не вернувшихся солдат, не вернувшихся солдат. Теперь тебе, солдат, лететь всем полем до тумана. Ты прожил жизнь свою на треть, о Господи, как мало. Кому ветра, кому бурьяны, ты был бесстрашным и упрямым. Глухой удар и шепот, мама. Ты, душа, лети, 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 пали на волне, друзья. Мама, как же так? Бьют дожди по крышам, то стучат сердца мальчишек.
память те, кто в грозные годы войны показывал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения побеждать на фронте и в тылу, вдовы погибших и узники концлагерей. Спасибо вам за светлый день победы! С праздником, дорогие ветераны! Слово предоставляется главе городского поселения Петра Дубрава Крашенинникову Владимиру Александровичу. Уважаемые земляки, дорогие ветераны, труженики тыла, узники фашистских лагерей, вдовы, сердечно поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы. 9 мая – особый день для каждого из нас, потому что этот день – частичка истории каждой нашей семьи. День радости и скорби. Сегодня мы радуемся за тех, кто выжил в этой самой страшной и кровавой войне, кто ковал победу на фронтах и работал в тылу. Сегодня мы скорбим о тех, кто отдал свою жизнь ради победы, ради сегодняшнего нашего светлого дня. В настоящее время, как никогда, мы должны знать и защищать нашу историю, кто бы и как бы не хотел ее перевернуть. День Победы, сегодняшний день, это день единства поколений. И мы сегодня видим на фотографии дедушек, бабушек, отцов, которые в руках у вас. И я думаю, с каждым годом бессмертный полк, он будет пребывать в нашем поселении. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия и побольше заботы от ваших родных и близких, и от нас. С праздником! С Днем Победы! Слово предоставляется заместителю руководителя аппарата администрации муниципального района Волжский Шулеповой Наталье Викторовне. Уважаемые ветераны, дорогие земляки, сегодня светлый праздник. Я от всего сердца, от имени и по поручению главы администрации муниципального района Волжский Баландина Александра Викторовича, сердечно вас с праздником поздравляю. Желаю здоровья, весны, любви, солнечного мирного неба над головой. Я желаю, чтобы наши дети никогда не испытали ужасов войны. С праздником, уважаемые ветераны! Слово для поздравления ветеранов предоставляется главному инженеру федерального казенного предприятия «Самарский завод «Коммунар» Павлову Эдуарду Алексеевичу. Дорогие ветераны, жители и гости нашего поселка, сегодня мы отмечаем большой праздник, 71-ю годовщину со дня великой победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Эта победа далась нашему народу нелегко, ценой неимоверных усилий. В этот день мы чествуем наших ветеранов. Ветеранов, которые не щадили своих сил, самих себя на полях сражений Второй мировой войны. Вот. Мы чествуем сегодня ветеранов-тружеников тыла и детей войны, которые, не щадя себя, своих сил, умений, знаний, ковали победу здесь, в тылу. Вы – поколение победителей. Мне хочется от себя лично, от нашего предприятия, пожелать вам в этот светлый праздник крепкого здоровья, долголетия, заботы ваших близких. Вот, пожелать вам всем мирного неба над головой,
благополучия и благосостояния. С праздником вас, дорогие наши ветераны! С Днем Победы! Слово предоставляется директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы поселка Петра Дубрава Барышовой Ирине Владимировне. Здравствуйте. Здравствуйте, жители поселка. Здравствуйте, дорогие ветераны. 71 год отделяет нас от того славного дня, когда советский народ победил фашизм. 71 год светлой памяти. Памяти о тех, кто победил врага. Памяти о тех, кто ценой невероятных усилий восстанавливал нашу страну из руин. Дети, внуки, правнуки свято чтят память о вашем подвиге. Свято чтят память о том, что сейчас мы живем мирное время под мирным небом. В школе проходит множество мероприятий, посвященных Дню Победы. И одно из них, последнее буквально, это письмо ветерану. Когда наши ученики писали письма со словами, которые они хотели бы посвятить вам, уважаемые ветераны. И одно из них я сейчас зачитаю. Здравствуй, солдат Победы! Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны! Пишет вам ученица 2-го Б-класса. Я бы хотела сказать спасибо вам за пролитую кровь и отвагу. Память о войне уходит все дальше. С каждым годом становится все меньше людей, которые не просто помнят войну, но и сами участвовали в боевых действиях, в тылу обеспечили условия для победы. Память о подвигах героев продолжает жить в сердцах тех, кто никогда не знал ужасов войны и страданий. Я очень рада, что у меня пока еще есть возможность выразить благодарность вам, человеку, который подарил нам этот великий праздник. Здоровья вам, счастья, внимания и заботы близких. Живите долго и радуйтесь миру. Дай вам Бог всего самого доброго. Спасибо вам за то, что подарили нам жизнь. Спасибо, ветераны! С праздником! Слово от ветеранов предоставляется Ежовой Ираиде Петровне. Была всемирная великая война, и от нее в сердцах осталась память. 5 лет стонала от снарядов земля, и все это нельзя забыть веками. В этой страшной войне воевал старый маг. Война вошла в историю со всеми нами. Она в наших мыслях человеческих и сердцах. Мы вспоминаем ее порой с болью и со слезами. Это уничтожение нашей великой страны, такой страны нашей огромной. Это уничтожение русских людей. На той войне конец был неосуществленный. Но только надо было видеть сожженную страну, истерзанную до основания и разоренную, как от снарядов стонала вся земля, от зверства злых людей кровью обогренная. Фашист упивался злом, как от вина хмелея. Он радовался, что кровь людей текла рекой.
Он зверски все уничтожал, о чем не сожалея. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Ему хотелось все сравнять с землею и быть хозяином нашей земли, и прийти в Москву героем. Но зря он упивался кровью людей. Не видать ему нашей страны до ныне. У нас мужественный русский народ. Он гнал фашиста до Берлина. С криком «Ура!» за Москву, за народ, за свой дом и за свое отечество, за матерей, детей, жен, стариков и за друзей, что полегли от фашистской нечисти. И оробел фашист, и повернул назад, а наш солдат добил врага у стен Рейхстага. Он отдал все силы, что имел, и взошел на пьедестал с российским флагом. И заключили мир, и кончилась Великая война. И мы эту победу так долго-долго ждали. И все же непобедимая наша армия и страна. И мы нашим врагам все это доказали. И стряхнув тяжелое время войны, зажила большая и глубокая земли рана. И Россия смысл жизни опять обрела. Она с колен на ноги встала. Россия воспрянула от долгих лет войны. От всех бед она освободилась. И стала строить и творить. И страна из руин возродилась. И человек сказал сам себе: надо жить. И забилось, и забылось в труде это великое горе. Но мы не забываем тех, кто Россию сберег. И тех достойных сынов, что полегли на поле боя. Давно закончилась Великая война, но я хочу рассказать не только об этом. И самолеты не бомбят нашу страну, а сердце так тревожится с рассветом. Нам всем не понять, зачем и почему вокруг кипят, бушуют страсти, и злодеяния людей не любят мир и вводят всех в опасность. Враг сеет семена среди людей, накал страстей нагнетает бурю, и в людях ненависть, раздор и разделение людей повсюду. Враг черной завистью со всех сторон грозит, и кому-то хочется разжечь войну и воевать. А как это сделать, они не знают сами, но хотят всем миром управлять. Во всех странах стало жить опасно, и все смотрят с завистью на нас, на нашу великую державу, никому не под силу сломать. Непобедимая наша страна Россия и русский богатырский наш народ. Недаром много былин и сказок сложено. Мы не потерпим всех врагов. Народ России хочет мира и покоя. И наша страна устала воевать. Россия всех склоняет к миру, а зарубежным странам это не понять. Все считают нас врагами, и мы им все чего-то должны. А Россия ни на что не взирая всем помогает. Она не чувствует за собой вины. И не страшится России никакой угрозы. Она за мир и непобедимая во всем. Наш президент заботится о народе и создает союз бороться со злом. Россия не считает никого врагами. Она ни с кем не хочет воевать. Россия чтит свои святые идеалы и представляет плечо, чтобы помогать. Россия значится на карте всего мира. Россия – огромная, богатая страна. И нам надо любить свою Россию. Она Господом Богом нам дана. Россия дана навеки русскому народу. Наша страна творением Божьим заселена. И дано нам право жить в своем Отечестве. В святом законе Господа у нас есть на то права. Давайте будем беречь свою страну Россию. Мы все защитники огромной нашей страны. Мы пронесем победные знамя по всему миру. И нас поймут, мы не хотим войны. Мы сплотимся все большой семьей. И нами гордиться будет наша страна. Наша страна, союз наш нерушимый. Будь спокойна от нашествия врага. Мы каждый год будем праздновать победу. Это священный, светлый праздник на века. Да здравствует наша огромная Россия! Живи, дерзай, наша великая страна! С праздником великой победы и мира! Всем защитникам моей страны! Хоть осталось вас очень-очень мало, вам на смену молодое поколение должно прийти. Всех с праздником весны, любви и счастья!
и по всему миру, и на всей земле, всему человечеству, родном отечестве, радости, благополучия в каждой семье. С праздником вам, вас, гордость страны и ветераны! Слава Богу, что вы у нас есть! С Днем Великой Победы я вас поздравляю! Всем вам здоровья и долгих лет! Представляется протоиерею благочинному Волжского благочиния, настоятелю храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселка городского типа Петра Дубрава, отцу Сергию. Поздравляю с этим великим праздником Днем Победы. Это особая память, которая живет в сердце каждого человека, потому что нет семьи, кого бы ни коснулась эта печаль, потери, утраты. И сегодня мы вспоминаем тех людей, которые положили в буквальном смысле слова душу свою ради того, чтобы сегодня было мирное небо и каждый из нас был свободен.
И вот сегодня мне всегда вспоминаются те события, когда, как по рассказу очевидцев, еще тех старых людей, которые не были на фронте, но они положили свои усилия в тылу, когда они трудились в колхозах, не спали ночами, когда ночами стояли у станков для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Это тоже была война. И намного порой где-то и сложнее, хотя в чем-то и не заметен. И тогда молодежь не вспоминала о том, на что она имеет право. Они трудились ради того, чтобы сегодня был мир. И вот в памяти о них, конечно, особенно обращаюсь к молодому поколению, которое сегодня люди, к сожалению, слово «свобода» понимают в извращенном понятии. Не заботьтесь о своем здоровье, как говорят, что хочу, то и делаю. Мы не вправе распоряжаться так вольно своей свободой, даже в память о тех людях, которые посвятили всю свою жизнь на служение не только Родине, но на служение каждому из нас. Поэтому эта память победы, память подвига всегда должна быть в нашем сердце. Я убежден, что не случайно промыслом Божиим День Победы всегда совпадает с пасхальной радостью. Потому что самая высшая радость для христианина – это есть весть о воскресении Христа. Это не просто праздник, это праздник праздников и торжество из торжеств. Потому что мы верим, что именно через воскресение Христа происходит воскресение каждой человеческой души. И человек обретает спасение не только иногда за свои какие-то добродетели, но в первую очередь и по милости Божьей. И вот эта победа над смертью очень параллельно проходит с праздником Днем Победы. Поэтому дай Бог и вам, дорогие ветераны, здоровья, помощи Божией, духовных, телесных сил. И нам, новому поколению, которое принимает эстафету этой победы, чтобы хранило, ценило и любило наше Отечество. Дай Бог всем помощи Божией, с праздником! Христос воскресе! Невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном красота новолуния, шепчутся с дымом плакучие нивы. Год 41-й, начало июня, все еще живы. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами! Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли.
мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите, но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Вместо свадеб разлуки и беды наши девочки платить за белые раздарили сестренка свои. Сапоги, ну куда от них денешься? На зеленые крылья погон. Вы наплюете на сплетников, девочки, возведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки. Взвод, в две шеренги, становись. Направо. Шагом марш. Еле живая, ушла на работу. Есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка, утро, давно. Вышла вода, не дойти до реки. Очень устала, сил уже никаких. Ниточка жизни протянута тонко, а на столе на отца покоротка. Катакомбы, не детям бы запоминать навек. Они вернутся в дом, их страх не нужен. Мы защитим, мы сбережем их дом. Мать будет матерью, и муж вернется мужем. И дети будут здесь, но не сейчас, потом.
Они были уже далеко от блокады, вывозимые в тыл ленинградские дети. Где-то там, позади артобстрелов раскаты, мой сирен, стук зениток в прожекторном свете. Надоевшие бомбоубежищ подвалы, затемненных домов неживые громады, шепот мам на тревожном перроне вокзала. Будет все хорошо, и бояться не надо. А потом путь по Ладоге, штормом объятый. Волны, словно таран, били в баржи с разгона. Наконец, твердый берег, уже за блокадой. И опять пересадка, и снова в вагоны. Они были уже далеко от блокады. Все спокойнее дышалось спасаемым детям. И стучали колеса. Бояться не надо, бояться не надо. Мы едем, мы едем. Поезд встал, отбиваясь. На станции тихо. Паровоз отцепился, поехал пить воду. Все вокруг, как во сне, было мирным и тихим. Только вдруг крик протяжный за окнами. Из вагонов, скорее! А фашист уже груз сыпанул с разворота. И вой вновь и вновь даже детский рвал, словно дома кошмарный тревог круговерти. Но сейчас дети были не в прочном подвале, а совсем беззащитны, открыты для смерти. Взрывы встали стеной в стороне, за домами. Радость робко прорвалась сквозь страх. Мимо, мимо! И душа вновь припала к надежде, как к маме. Ведь она где-то рядом, неслышно, незримо. А на станции снова свистит, воет, давит. Бомбы к детям все ближе, не зная пощады. Они рвутся уже прямо в детском составе. Мама, ты говорила, бояться не надо! Старым, зеленым, место павших героев в сражении. А рядом, в скромной братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы помним о них даже в новом столетии. Постоим возле них, стиснув зубы прямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. Мама, мама, приезжай, забери нас отсюда, мы близко. Звучат сирены, ветронома звук тревожит память деточек блокады. Им выпало без счета адских мук, труда для фронта без речей парадных. Им выпало, но люди не сдались. Не сдался город, взрослые и дети. Их памяти живущей поклонись и расскажи, пусть помнят нашим детям. Мы нашли тебя в обломках.
возьмемте. И кто-то поднял переженной земли, положили в руку хлеба черствый ломтик, закутали и в рот принесли, чуть поворчав на выдумку такую. Их командир, хоть и был он очень строг, тебя вписал солдатом строевую. Как говорят, на котловой паёк, а девушки, придя со смены прямо, садились, огружив твою кровать. И ты вновь обретенным словом «Мама!» еще не знал, кого из них назвать. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением. Так учили нас. Одним движением. Только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись слила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою! Так с каждым церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. В осеннем вальсе городском пальсирует листва берез. А мы лежим перед носком, нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный блеск, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовые конвои ползет лавина саранчи на город за твоей стеной. И ахни дрожжа, нагреняйся, сорвутся птицы в черный дым, сержант лицом уткнется в грязь. А он таким был молодым, и в руки, обжигая ствол, ну сколько можно лить свинец? Вот ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец. Сквозят пушки на трассах, все говорят: «Вставай, вставай!» И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, слышишь, потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: «Живой!» В осеннем вальсе городском вальсирует листва берез, а мы лежим перед носком, нас листопад почти занес. В осеннем вальсе городском пальсирует листва берез, а мы лежим перед носком, нас листопад почти занес. Девчонка, невысока и очень худа, письмоносица, почтальонка, по прозванию Нюрка Беда. Знаю, вслякоть, метель застужен, сумкой кожаной наперевес, разнести Нюрке почту нужно, по пяти деревенькам окрест.
Треугольник, живой, удача. Коли серый казенный конверт, замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердчишко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Вести с войны. На земле безжалостно маленький жил-добыл человек маленький. У него была служба маленькая, и маленький очень портфель. Получал зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. Но когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Темный вечер и покрыт тревожною звон тишиной.
у вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь у Мишки горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровых, нет цветов далеких, дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героя свои. Гражданин России, перед лицом ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины, защитивших священное право на жизнь, торжественно обязуюсь быть достойным примера их мужества и героизма. Обещаю хранить мир и дружбу между народами нашего многонационального государства. Обещаю всегда и везде отстаивать интересы моей страны, добросовестно овладевать знаниями, честно трудиться на благо отчизны. Клянусь! 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 Вот! Все шеренги, стой! Во всем мире праздник. Славим вас, ветераны войны и труда, за ваше мужество, за ратный подвиг, за мир, завоеванный для всех нас, ныне живущих. Примите нашу благодарность. Живите долго и счастливо. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ. Пусть здравствует и процветает наша Родина. Вот, обратно, вот. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен, таял уголек. Мы
лёсты, обгорелые сбри. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Но праздник продолжается, и вас, уважаемые ветераны, ждут в кафе «Алмаз». Этот день!